Так, что это у тебя за прибор? Видишь, 25 градусов. Не Фокси, но я тебе поверю. 25 градусов в комнатную, что ли? Да. А там 26. Тут 24,9. Ну мы же холодную наливали-то. 23. Ну он сейчас дальше там вниз пойдет. Ну ладно, это мы потом все. А прибор поверенный? Сейчас мы... Поверенный, опломбированный. Так. Стоп, опа. Что там? Она подтекает. Кто подтекает? Кастрюля. Что, сильно подтекает? А, нет, может конденсат. Подожди, это вот снаружи. Это холодная вода. Запечь. Так, раньше времени не наводим кипиш. Это конденсат, походу, просто собирается, скатывается. Тут холодно, тут нормально. Так, ну что? Мелим. Нет, давай. Молим или мелим? Я буду... Объявлять, что мы выбрали. Я тебе уже показал, вот это PLL, не знаю, правда, сколько сейчас будет посчитать. Мы сегодня используем PLL, солод. Ну, это там фокусы хоть остаемся. Нет. Сука. PLL. Ну это все это 5 PLL. И солод. Меланоидно. Я уже пошутил по этому поводу. Меланоидно. Хороший соль. Солид. Хороший солид. В общем, все будет здорово. Да, и Рахат Лукум, который... Карамюх. Карамюх. 24, подожди, сейчас посчитаем. 24 на 3 поделим, и сколько получается? Делим на 3 или умножаем 8. 8. Ну, значит, все, в принципе, усыпаем туда. Вот, последнего берем, этого берем половину, а остальных все полностью. Это чисто так для цвета. Взрывай. Дай одно зёрнышко попробовать. Баба, может, ножничками всё-таки, Саша? Давай. Как это шипит. Ты давай какая-то кружка привыкай. А в любую сторону? Написано 50 килограмм в час. Вот как хочешь, так и добирайся производить. Дай одно зёрнышко попробовать. Уж есть его? Клюй. Пахнет прикольно. Да. Вкусное. Да давай отсыпем его, пускай. Да вот ты же снимал, да, такой прям. Запах-то пошел. Так, ну давай, отсыпь я. Давай вот так вот, да, вот это. Там что-нибудь идет вообще? Ничего не идет. Почему? Не знаю. Пальцы не суй. Сейчас обратно все будет. Гоша, ручка второго. Не идет, потому что этого движения вращательного-то нету, ручка не приделана. Сейчас отверточку принесу.